3 августа в Каспийске прошел рейд по автомойкам города. Участие в нем приняли представители отделов экономики и муниципального контроля администрации муниципалитета, налоговой инспекции, председатель общественной палаты и участковой полиции. Присутствующие провели мероприятия по выявлению незаконной предпринимательской деятельности, а также наличие задолженности у физических лиц. Инспектирование прошло по следующим объектам: автомойки по Аэропортовскому шоссе возле ГСК «Космос», «Луч» по улице Хизроева, автомойка и торговый дом «Арбат» по улице Амитхан Султана, «Авра», «Мерседес», а также магазины одежды по улице Назарова и магазин «Фрукты». По итогам проверки специалистами было составлено 4 протокола по статье 14.1 части 1. Это коснулось автомойки «Мерседес», двух магазинов одежды по улице Назарова, а также продуктового магазина.